Это простой коктейль с квасом. И для него мы нашли огуречную водку. Водка кукумбер называется. Можно использовать обычную. Наливаем ее с ракет. Опять где появится жопа. В прошлом видосе я пользовался джиги, в этом видосе опять нет. Лимонный сок 20-ку. И плотненько заливаем все это натуральным квасом. Помните, если квас не натуральный, то ему нужен напарат. Красивечку из марина. Я типа вот так сделал, как будто бы это красивый гарниш. Давайте попробуем. Я до этого не пробовал эту водку с огурцом. Но оно прям такой сильный огуречно-квасовый вкус. Такое ощущение, что этим нужно, это нужно не пить, это нужно закусывать водку. Подписывайтесь и приходите к нам в кок.